Кухня ЖКХ. В управляющей компании «Актив Комфорт» новый генеральный директор. Им стал Сергей Торхов. И он у нас сегодня на нашей кухне ЖКХ. Сергей, здравствуйте. Нужно сказать, что ваш предшественник не сбежал, переведен на новое место решать проблемы в другом регионе. Поздравляем вас с новой должностью. Расскажите, как вы приняли решение согласиться ее занять? Среди таких же компаний, раньше назывались они по районам, да, там Ленинская, Октябрьская, Первомайская компания. В принципе, это одна из старейших и самых больших компаний. И в этом и интерес поработать в большой компании, когда специалистов достаточно. Ну, маленькой компании, вы знаете, там директор-бухгалтер и пара слесарей, да. А здесь все-таки каждое направление ведет отдельный специалист с образованием. Не надо ничего строить, все построено, все работает. Единственное, моя задача как-то утрясти, упорядочить те проблемные вопросы, которые постоянно возникают. Вы некоторое время отвечали за ЖКХ даже в администрации города Кирова, а в целом, в сколько лет вы уже в этой сфере работаете? Ну, мне уже за полтинник, а пришел я работать в ЖКХ после института. Был цех электротепловодоснабжения назывался, домостроительный комбинат. Очень жаль, что он развалился, распался, ведь полгорода было построено сотрудниками этого комбината, все панельки. А теперь вы их обслуживаете. Какие вопросы, Сергей, вы уже видите как требующие дополнительных усилий в управляющей компании «Актив Комфорт»? Я вижу жалобы. Я вижу, что недостаточная скорость реагирования на заявки. И самое главное, если диспетчер отправил слесаря на выполнение заявки, то или слесарь должен позвонить диспетчеру, что я все выполнил, а диспетчер должен отзвониться жителю. А если это проблема в квартире, то слесарь, например, стояк там отключил, перевключил или воздух спустил, и все. Он должен позвонить этому собственнику, все ли выполнено. И вот это зачастую не происходит. Если говорить про задачу сегодняшнего дня, наверное, это снег во дворах, сосульки на крышах, за которые разные ведомства готовы штрафовать и на немалые суммы. Что вот здесь для вас первоочередное? Например, одномоментно держать 10 бульдозеров – это очень накладно. И мы всегда соотносим тот тариф, тот объем денежных средств, которые есть в компании, и те услуги, которые мы заказываем. 10 тракторов одномоментно мы заказать не можем, но чтобы эти 3-4 трактора работали чуть ли не в круглосуточном режиме 2 дня после снегопада, вот это я обязан обеспечить. Совещались с индивидуальным предпринимателем, который поставляет нам вот эту услугу тракторы. Ну, все плачутся, что денег мало, что надо бы больше, тогда мы будем с двойной скоростью работать и так далее. Пытаемся найти какой-то консенсус. Успехов вам в этих поисках и в новой работе. Сергей, вот сейчас январь, начало нового года. Что бы вы пожелали кировчанам? Дорогие друзья, уважаемые жители домов, обслуживаемых управляющей компанией «Актив Комфорт», я поздравляю вас, пользуясь случаем, с Новым годом и Рождеством Христовым. Пусть Новый год, что на пороге, войдет в ваш дом, как добрый друг. Пусть позабудут к вам дорогу печаль, невзгоды и недуг. Мы вас от всей души поздравляем с этим сказочным праздником и благодарим за взаимопонимание, уважение к нашей работе и за совместную заботу о наших с вами домах. С Новым годом, дорогие друзья! У нас в гостях был гендиректор управляющей компании «Актив Комфорт» Сергей Торхов. С Новым годом! До встречи на кухне ЖКХ! Кухня ЖКХ.